«Солнце в каждом». Такое позитивное имя получил фестиваль для детей с особенностями, организованный администрацией Ленинского района города Бреста. Для почти 400 молодых брещан подготовлена развлекательно-спортивная программа, выставки, ярмарки, презентации. Главная задача – дать детям возможность почувствовать себя важной частью социума. Ситуация не меняется к лучшему, а отношение общества, отношение людей – вот, оно бывает, ну я скажу так, двоякое. Поэтому вот подчеркнуть эту тему и, наверное, определить на том, чтобы мы могли относиться к этим детям как к равным. Центральная точка праздника – благотворительная выставка-ярмарка и беспроигрышная лотерея. Принять участие в ней смог каждый желающий. Все вырученные средства пойдут на оказание помощи детям. Наши жители города Бреста, не только те, кто участвует, любой человек может прийти на эту ярмарку и купить те товары, которые предложены нам нашими мастерами города Бреста. Безвозмездно, для того, чтобы собрать определенные средства, которые в последующем пойдут на счет вспомогательной школы. Каждый ребенок талантлив. Это не первый раз, доказывает широкой публике 10-летний Матвей Вельгас. Маленький брещанин очень любит фотографировать. И нынешняя выставка не первая в карьере юного фотохудожника. Мы 2 года подряд, даже 3, делали ему выставку картинок, то, что он рисовал. Ну а потом решили, что надо сделать что-то новое, и сделали вот, повыбрали самые интересные фотографии. Сделали в апреле, в день распространения информации об аутизме. Ну и вот сейчас тоже дополнили, повторили. Для каждого из участников фестиваля нашлось увлечение по душе. Партнер феста, предприятие Полесье, развернуло целый игрушечный городок, где ребята рисовали, мастерили и строили вместе с волонтерами Брестского университета имени Пушкина. За свое творчество маленькие посетители игровой площадки получили подарки. Помимо нас здесь участвуют различные организации, общественные и производственные организации. Я считаю, что это необходимо в нашем обществе сейчас, потому что необходимо к такого рода детям, особенным детям, толерантное отношение общества, каждого человека. Завершился фестиваль увлекательной спортландии под девизом «Мы вместе». За время состязаний юные спортсмены из Брестской вспомогательной школы и средней школы номер 20 стали одной командой, в которой победила дружба. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».